Алматинский онкологический центр открылся на базе 4-й клинической больницы. И тут есть чем удивить и похвастать. Но опережая медиков, первую оценку дали сами пациенты. Этот мужчина, например, приехал из Шымкента. Перенес операцию по полной замене коленного сустава. Вмешательство удалось провести благодаря единому порталу. Акиму города врачи 4-й клинической больницы презентовали портативный интерактивный проектор LED-экран, внедренный в рамках цифровизации. Реформирована работа приемного отделения. Она теперь соответствует мировым стандартам и больше напоминает приемный покой из американских фильмов. Плюсов множество. В едином поле размещаются все клинические специалисты. Внедрена сортировка пациентов с применением браслета. Сегодня же Бауыржан Байбек поздравил медиков с 20-летием Астаны и вручил им награды. В последнее время наши пациенты стали более ответственными. Если пару лет назад люди обращались поздно, когда болезнь уже сильно развилась, то сейчас казахстанцы осознанно относятся к своему здоровью, особенно касательно онкозаболеваний. Проходят скрининг вовремя. Это позволяет врачам своевременно оказывать жизненно необходимую помощь. В Алматы трудятся более 25 тысяч врачей. За последние пару лет увеличилось финансирование учреждений на 60%, то сегодня составляет 95 миллиардов тенге. Также мегаполис может похвастать первым местом по стране в рейтинге долгожителей. Жанна Хабулхабар, Канги Гизбаев, телеканал Алматы.